Всем привет! Вот такая вот у нас картина на сегодняшний день. Пришлось двери тут зашпаклевать прям сильно, потому что много разных мятин было. Сейчас гладенько, ровно. Сегодня уже затирал. Буду продолжать сейчас. Нужно с вот этими местами разобраться. Прям краска отходит. Там ржавчины много. Сверху-то оно не так уж и много. Это масло. А вот сзади, да. Вот тоже здесь изначально вот так вот немного было. Немного расчесалось здесь. Это еще и не все. Тут еще где-то надо расчесывать. Вот я, наверное, до конца буду ставить. Расчищать. Сверху тут тоже небольшие рыжики были, сейчас позбивал их. Белая дверь, конечно, меня огорчила, снаружи она прям вообще прям как идеальная. Тут разобрал ее, блин, а тут не очень-то все и хорошо. Тут это все гнило, дырки тут вообще сквозные. Так, вроде бы дверь нормальная. Ну, вот то, что гнило, это вообще. Так, вот эта дверь. Снял накладку хромированную. А вот здесь дырень была. Прям такая здоровенная. Корыто немного подгнило. Вот здесь дырка была, такая небольшая. Тут, здесь и вот здесь вот парочку маленьких. Пришлось накидать шпаклевки и снаружи, и снутри. Тут я уже подкрасил. Потом, не знаю, мастику надо, не надо налаживать. Это я еще уточню. Ну, снаружи буду в любом случае. Я тут прокрасил, чтобы никуда не пошло больше. Ржавчина. Снаружи, ну, вот так вот выглядит. Вот здесь еще и зачищать буду. Точнее, не доделал. Тут тоже надо понакидывать, чтобы таких дырок не было. Салон потихоньку вытаскиваю. Сиденье переднее, наверное, не буду вытаскивать. Просто пленкой обтяну и проклею скотчем, чтобы не прокрасились и они. Многие интересуются насчет катафотов, вот этих, которые стоят на задних крыльях. Я их оставлять буду. Но только пока сейчас времени нет заниматься. Надо просверлить здесь отверстие под них, потом-то крылья нормально. Теперь нужно потому вымерить и точно так же здесь просверлить. Либо были уже идеи там на клей их посадить, я не знаю. Вот, мне кажется, это извращенство, наверное, будет. Также вот и с порогами хромированными тоже не знаю, что делать. Тут-то уже отверстий нету, а сверлить что-то как-то нет желания особо. Тут, блин, спереди я про него вообще забыл и зашпаклевал, даже не знаю, где он здесь и находится. Теперь думаю, либо искать, расчесывать, где оно здесь. Либо, может, тоже как-нибудь, не знаю, на что-нибудь посадить его, чтобы не дырявить лишний раз. Потому что сейчас продырявлю, и оно в этом году уже и рыжики пойдут. И пока думаю, что дальше делать. Понакидывал вот на днях. Тут такие волны были. Затер. Затирал алюминькой. Вот здесь тоже полоска такая была. Тоже ее зашпаклевал. Здесь тоже вот такие вот есть маленькие места. Ну, думаю, их грунтовка скроет. Тут тоже накидал
полоска была такая тоже ударенная. Этот молдинг не могу снять вообще. Сейчас покажу. Вот видите, какие извращенцы. Я не понимаю, это то ли у них отпадал он, то ли они так боялись, что их украдут. Хрен его знает. Вот здесь еще немного перешпаклевать пришлось. Здесь места такие металла голову были. Такая шишка небольшая, я пробил ее. Сейчас накидал немного. Затру. И в принципе уже все. Тут на крыше тоже такое вот место. Вот это тоже нужно еще убрать. И вот здесь вывести нормально. А сейчас у меня другая проблема. Печка потекла. Просто машина стоит. И вот такие вот. Вот потеки. И тут тоже. Прокладки купил. Сейчас нужно слить антифриз. Буду их менять. Вот такое мы наблюдаем. Снял я патрубки. И вот что там мы видим. Куча листвы. Какие-то тряпки еще вон лежат там. Снял прокладку. Вот она такая уже. А вот новая. Подшпаклевал немного вот эти места. Вот здесь, здесь-то, где переход был так виден нормально. И тут тоже немного добавил. Взял вот такой вот пластилин автомобильный. Цена 65 рублей. Вот такой вот брикете. На печку патрубки взял, кнопки такие вот дверные. Потихоньку начинаю уже так набирать запчасти. Нужно еще потолок купить новый. Тут это вообще порванный весь.